продолжению турнира Куликово поле здесь, в казино, в собрании горной зоны Янтарная в Калининградской области. Это первый чемпионат по боям без правил. И следующий бой состоится в весовой категории до 70 килограммов. Представляем первого участника этого боя. Он из города Калининграда, представляет клуб «Патриот». Встречайте, Шахбоз Шарифов! Приглашается боец из города Калининграда, клуб «Неудержимые», Александр Лунёв. Yeah!
господа! Судьи предстоящего боя, судьи у октагона Константин Климов, Александр Чистов и Дмитрий Мурашкин. Рефери в октагоне Александр Зубачев. Спортивный клуб боевых искусств «Аслан» и казино «Собрание» представляет второй бой турнира «Куликово поле» в весовой категории до 70 килограммов. И мы представляем бойца в синем углу ринга. Его базовый стиль – спортивная борьба. Этот бой станет для него дебютным в профессиональной карьере. Его рост – 170 сантиметров и вес 65 килограммов. Он представляет город Калининград, клуб «Патриот», призер чемпионата Калининградской области по ММА. Встречайте, Шахбоз Шарифов! Дамы и господа, представляем его соперника в красном углу ринга. Его базовый стиль – смешанные боевые единоборства. Профессиональный рекорд – 2 победы и ни одного поражения. Его рост 170 сантиметров, вес 70 килограммов. Он представляет город Калининград, клуб «Неудержимые», чемпион Калининградской области по ММА. Встречайте, Александр Луньо! Болельщики, и по традиции поприветствуем спортсменов перед началом боя вашими аплодисментами. Первый раунд. Дамы и господа, этот бой завершился в первом раунде, и победу полевым приемом одержал Александр Луньо! Победителя пока не отпустим. Саша, поздравляем с победой, блестящая победа в первом раунде болевым приемом. Твой рекорд становится 3 победы и ни одного поражения. Сам от себя ожидал такой быстрой победы сегодня? Да, конечно, я ожидал эту. Хочу
поблагодарить своего тренера Дмитрия Заболотного за свою подготовку к этому бою и вообще всей моей команде. Спасибо. Спасибо моим родным и близким, которые всегда поддерживают меня в эти секунды. Я это очень ценю. Для меня это очень важно. Ну и всем, кто тут собрался, огромное вам спасибо, что вы поддерживаете меня. Я очень этого ценю. Спасибо. Победитель этого боя Александр Лунёв. Также, друзья, давайте наградим аплодисментами Шагбоза Шарифова, его соперника. Спасибо. И я приглашаю в октагон для проведения церемонии награждения по итогам этого боя наших гостей, наших почетных гостей, Руслана Аскерова и Мингаджидина Нейматова. Пожалуйста, победители и его соперник получают памятные медали об участии в первом чемпионате по боям без правил Куликова поля. Ну а вас, дорогие друзья, я попрошу еще раз наградить аплодисментами Шагбоза Шарифова и победителя боя Александра Лунёва.